Какой ГИБДД номер? Садик. Куча людей. Стоит какой-то молодец. Не отъезжает. Детский сад почти святое место, но, по словам запертых автовладельцев, поступок водителя Джили вовсе не человеческий. Да и цифры, 3 шестерки на его номере как бы намекают, добра не жди. Мужчина припарковался в проезде и не хотел уезжать. Возмущение владельцев 4 запертых машин на него не подействовали. А вон сейчас еще, сейчас нас куча будет. Чё, а поди, он что, не знает, где задняя передача? Не знаю. Может, его перенести? Нет, ему не так знаю. Сложно. Он сейчас на видео. Что, 4 машины будешь блокировать? Вскоре водитель открыл окно и начал говорить, но, кажется, только сильнее разозлил родителей. Знаете, мужчина. Где находится задняя передача? Сейчас. Нет? А вам как права дали? Да? Сейчас позвоним, отберут. Сейчас. Просто место вот на 2 машины. Где место-то? Кто? Вот как тебе? В бочину сейчас поеду. Проблему создаете вы. Вы выпустите 4 машины, мы освободим вам место и стойте здесь, как в поле. Вперед. Куда, вперед-то что, дебил или чего? В итоге родителям пришлось корректировать свои планы, а упрямый водитель Джили с говорящим словом в номере мем в итоге вскоре отъехал, но все-таки стал настоящим интернет-мемом. Сергей Пичугин, место происшествия.